Без малого 2 года назад компания Atari выпустила демо-версию шутера TimeShift. Игра была практически готова, однако ее релиз состоится только сейчас. За это время проект сменил издателя. Руководство Vivendi Games посчитало, что концепция шутера хороша, а вот реализация идей подкачала. Разработчикам пришлось почти полностью переделать игру. И на этот раз они, похоже, все сделали правильно. TimeShift рассказывает историю гения, создавшего необычный костюм. Главное его свойство — возможность управлять временем. Однако изобретение было украдено полубезумным помощником ученого. Наш герой, впрочем, создал другой костюм и отправился в будущее, чтобы навести порядок. Оказалось, вор успел захватить власть в неведомом государстве, и ученому приходится иметь дело с многочисленной армией тиранов. Первоначально арсенал героя состоит из автомата с подствольным гранатометом и арбалета, стреляющего взрывающимися стрелами. Однако наше главное оружие — это время. Нажми одну клавишу во время жаркой схватки, и чудо-костюм применит способность наиболее подходящую ситуации. Замедлит время, остановит его или повернет вспять. Если же ты зажмешь 2 клавиши, то сможешь самостоятельно выбрать нужный эффект. Как же это здорово остановить время, обезоружить врагов, а потом устроить охоту на зайцев. Впрочем, вполне возможно, TimeShift запомнится всем не по пользовательскому режиму, а благодаря мультиплееру. Разумеется, было бы нелепо, если бы игроки могли в любой момент перемотать назад собственную гибель. Нет, разработчики придумали нечто особенное — гранаты времени. Они воздействуют на бег времени только в радиусе взрыва и только на 5 секунд. Нужно заметить, что гранаты не лежат на карте и не покупаются. Они производятся надетым на персонаж костюмом. Гранаты, замедляющие время, требуют мало энергии. Гранаты, останавливающие время, производятся дольше. Ну а если ты хорошенько подождешь, то на короткий срок сможешь включить защиту от воздействия всех временных эффектов. Нам кажется, с таким новаторским мультиплеером должен познакомиться каждый.